Бармикор Муштантул, и Эдди Вота Зайвови. Я вам еще хочу сказать, что наши моменты, наши секунды, наши места практически, считайте, с сегодняшних днях начинается все ценнее и ценнее становится, потому что сейчас такое дело опять идет на фирму, которые ваши места будут драгоценные стоить теперь уже. Úgyhogy nem engedheti meg senki sem magának, még, ahogy mondtam, sokkal többe kerül, hogy levedd a szemed a célodról, a gólodról, mert ez most iszonyatos árad, és hogyha esetleg nem fókuszolsz, nem fogsz figyelni a gólodra, a célodra, akkor lehet, hogy más fogja elvinni. Вам сейчас надо вот очень сильно сконцентрироваться, что этот мяч забить вороту, потому что я вам скажу, если вы не забьете этот мяч вороту, забьют сейчас другие. Сейчас уже 100% забьют другие, потому что это уже сейчас созревает, чтобы этого мяча теперь уже забить вороту. Ugyanis, láthatjátok már azok, akik használják gyakran a terméket, a broadcastingre mondjuk referálok, hogy mennyivel másabb, mint amikor először kitették, de nagyon komoly minőségi fejlesztések, fejlődések mentek keresztül. У нас на сегодняшний момент начнут еще больше произойти развитие самой техники, то есть уже можно так сказать, что день за днем мелкими шагами, но все вот эта техника, которая уже сегодня у нас есть, он сильно улучшается, то есть получается все лучше и лучше и лучше. Úgyhogy nem csak a technikai része nagyon komolyan fejlődik, ami lehetőségünknek, hanem megkönnyítik a dolgunkat. Mit értek ez alatt? У нас не только сейчас техника развивается и будет еще сейчас сильно развиваться, у нас сейчас очень сильно фирма облегчит нашу дальнейшую действие, нашу дальнейшую работу. И скажу сейчас вам с чем. Lesz egy kis csomag, de én nem igazából kis csomagnak akarom hívni, hanem egy iszonyatosan nagy csomag ez, csak nagyon alacsony az ára. На днях у нас уже выходит маленький пакет, но я бы его назвал бы маленький пакет, но большой по взрывам он будет на нашем бизнесе, потому что вот этот маленький пакет для нашего бизнеса как раз сильно-сильно большой взрыв даст. Ugyanis, amikor egy ilyen csomag bejön, egy ilyen kompenzációs tervnek a tetejére, ami már nekünk ugye van, ez nem kis csomag, hanem iszonyatos nagy lehetőségeket nyit meg. Mondhatnám azt is, hogy teljes egészében egy új dimenzióba el tudunk kezdeni tevékenykedni. Вот этот маленький пакет, который мы будем называть маленьким пакетом, но вот этот маленький шаг, большого шага нам даст в дальнейшем бизнесе, мы с этим маленьким пакетом теперь уже можем постучиться даже тех регионов, где до этих пор не так сильно они развиты было там с деньгами, эти люди. Не только с ходя, где с аэро, ханем, гондоятов, menjetek bőven túl az áron, hogy mibe kerül ez a csomag. Gondoljatok azokra a személyekre, akik iszonyatosan szükségük van nekik egy új lehetőségre, és talán anyagi okoknak még nem is gondolnak arra, hogy nekik az iWall-i az lehet, hisz nem tudták az eddigi kezdési tőkét előteremteni. Представьте тех наших знакомых, друзей, которыми вы уже приходили и просто вы видели их в глазах, что они хотят это дело делать. Хотелось бы им начать, но у них просто финансовая проблема. Просто финансовая проблема. И представьте, скольким людям сейчас в руки можно дать первые шаги для огромнейшего бизнеса вот с этим маленьким пакетом. Ezeknek a személyeknek biztos, hogy sok ilyen személyt ismertek ti magatok is, és mekkora nagy munka etikájuk van, mekkora nagy energiával, szorgalmassággal tudnának ebben a tevékenységben, ebben az üzleti vállalkozásban működni, csak tőke problémájuk volt. Я даже вокруг себя знаю таких людей, у которых я знаю, что просто они очень сильно и люди очень этичные, но у них, к сожалению, финансовые проблемы. Я знаю, что вот эти люди теперь нам очень много для себя принесут очень много хорошего пользы. И для нас они как раз будут
очень хорошей пользы, потому что придут сейчас даже те люди, которые просто хорошие люди, но у них финансы до этих пор не допустило шагать с нами в этом бизнесе. A Mávi nagyon okosan gondolkodik és nagyon okosan folytatja az üzletpolitikáját, hisz ebben a kis csomaggal, nagy kis csomaggal vagy kis nagy csomaggal lehetőséget tudunk adni mindazoknak a személyeknek, akik tényleg képesek és szeretnének haladni a prémium csomag megszerzésére. Mávi вообще-то очень сильно в моих глазах опять сильно вырос. Потому что он просто даст шанс многим людям, те, которые невозможно на сегодняшний момент достичь до пакета премиум. То есть это первая лестница к тому, что человек тоже потихонечку приближался к этому премиум, возможностью к премиум бизнесу. Olyan energiákat tud majd generálni jó néhány olyan sikeres gondolkodású személyben, akik szeretnének valamire haladni ebben az életben, mert nagyon egyértelműen az szemük elé fogja tenni ennek a lehetőségnek a mértékét. Значит, я сейчас насчет стороны бизнеса подхожу к этому делу, значит, этого нового пакета. Еще не говоря технической стороны, какой он будет очень хороший, со стороны бизнеса, если не подходить к этому делу, то каждому человеку сейчас вы будете ценить просто этот момент, когда вот этот пакет выйдет, потому что, еще раз вам говорю, что вы действительно сейчас можете построить то, что вы мечтали до этих пор, потому что вот этот маленький, вот мы всегда будем его называть маленький, но вот этот маленький даст нам очень большой толчок. Ha belegondolok előre, hogy mennyi sok boldog arcot fogok látni, ebből kifolyólag, szinte jó érzést tölt el. Belülről, hú, ez szuper, mert ezeket jó arcokat el is tudom magam előtt képzelni, ilyen sok ilyen személlyel, akit még nem ismerünk eddig, de hamarosan megfogjuk. Я просто уже вижу наперед довольных лиц, людей, во-первых, уже тех людей, которые уже с нами в бизнесе, тех людей, которые еще не с нами. Очень много довольных людей будут, потому что теперь уже любому человеку можете подходить так как с технической стороны, так и как с стороны бизнеса. Вы сейчас именно с этим пакетом можете людей поставить очень-очень хорошую, довольно хорошую позицию, и каждый будет радостно от этого. Az időzítés ez csodálatos, ugyanis ezt, amikor megy hozzátok Kijevbe, akkor lesz igazából bemutatva, és akkor lesz igazából beindítva. Tehát azok a napok azok, amikor ez életbe fog lépni. Пакет этот уже на сегодняшний момент готов, он уже стоит у них в шкафу, он уже упакован, ждет на тот момент, когда Билл Старки приедет в Киев, и вы должны иметь, то есть вы первые имеете такую честь, потому что на территории вашей страны как раз запустят этого возможности, то есть вы будете первые люди, те в истории, мне скажете, что это исходило с нашего мероприятия, вот этот пакет. Nem akarom a Billnek a jövő képéről való bejelentését túlzottan, nem akarok vele játszani, de hozzá szeretném azt tenni ma nektek, hogy egy picit elgondolkodhatok azon, hogy meg lesz ez a 10 dolláros havi fenntartással való lehetőség, ami csak 35 dollárba kerül elkezdeni, és utána jön a Bill alkalmazás. Я даже боюсь высказать, и, ну просто я вам хочу одну сказать. Я сильно не хочу зайти в дело Билла Старки, потому что все-таки он будет вам это все анонсировать, но хочу просто одну очень важную вещь вам сказать. Представьте такое, что вход для этого пакета будет стоить 35 долларов, месячное содержание будет стоить 10 долларов, и представьте, что уже осталось очень мало времени до выхода мобильных использования. Представьте, что произойдет после того, как все это инструмент также будет работать не только на компьютере, а на ваших мобильных инструментах. Вот представьте себе вот эту возможность.
Igazából teljesen mindegy, hogy 2 hét, 3 hét vagy 6 hét múlva fog kijönni, de nagyon hamarosan meg fog lenni a mobil alkalmazás. Most ezzel nem akarok túlzottan sokat ebbe belemenni, mert nagyon okosak vagytok mindannyian. Tudjátok, hogy milyen és hogy milyen lehetőségnek az ajtaja nyílik, amikor a mobil alkalmazás megjelenik a telefonokban. Вы знаете, что я человек такой, который не люблю вот эти анонсы нести, потому что это все-таки хозяин на дела. Я просто хочу вам дать одно маленькое такой толчок в том, что представьте, если вот мобильная версия, потому что практически мобильная версия тоже готова. То есть это я в секрете вам могу в секрете сказать, он готов, он тоже уже ожидает последние гайки, затягивает на нем. И вот просто вы, если люди умные, представьте такое себе, что когда он заработает на мобильном, сколько у нас клиентов будет только лишь из-за этого подсоединяться, те, которые только использовать хотят эту возможность. Ezek a dolgok, ha akármennyire is próbáljuk a sorok közötti olvasást, de nem igazán szükséges a sorok között olvasni, de egy komoly stabilizációt jelent nekünk, mint céggel való kapcsolat, mint cégnek a globális piacon való elhelyezkedésével kapcsolatosan. Вот эта возможность, вот эта мобильная версия для нас с вами, сотрудники, независимые партнеры в разных регионах, теперь в глобальном разных регионах, потому что теперь я уже так вас всех называю, партнеры из глобальных регионов, нам эта возможность полностью застабилизирует наш возможность, наши дела, наш бизнес. То есть вот эта система, как раз мобильная система, нас поставит на ту путь, где действительно у нас, вот куда и мы стремились, можно так сказать. A globális stabilizálódása folyamatban van, egyértelműen látható, számomra, szerintem Márkinek az részére ez mutatkozik, nem csak azzal, hogy folyamatosan fejleszti az eszközöket, hanem a szerverek telepítésével is. Я вас хочу очень успокоить и типа дать сведения, что фирма день за днем шагает к тому глобальному возможностью, то, что вам он когда-то сказал, то, что, которому вы поверили, почему и пришли сюда, не только в виде маркетинга, а в виде продуктов и в виде расширения серверных обеспечений. Ugyanis most már a szingapúri szerver beindult múlt héten, ezáltal próbáljuk a globális szolgáltatást növelni, a globális igényeket és a előjövő, ami jövőből jövő globális igényeket kielégíteni. Хочу вам поставить сведения, что конец той недели, где-то вот под пятницу, у нас открылся серверное обеспечение в Сингапуре. То есть это тоже говорит о том, что компания уже не только на запад, а он уже добрался до востока, то есть ему теперь уже восточный рынок тоже нужен. И через ваших рук, восточный рынок в наших руках, в наших общих руках, теперь пойдем развивать восточного рынка с помощью вашей работы. Mindezek által a legérdekesebb és mondhatnám a legfontosabb idáig még a Huawei történetében a mostani rendezvény sorozat, ami Kijevvel 17-én, igaz? 17-én Kijevvel kezdődik. Veletek kezdi a Biosztalki. И вот вы просто почувствуете честь того, что хозяин компании как относится до вас, потому что вот этот ряд мероприятий, которые сейчас в Европе начинаются 17 числа, потому что мероприятие начинается от вас, от Киева, и идем дальше. То есть ряд мероприятий начинается с Киевом. Это как раз очень сильно относится к вам. Не венгетет, мы örülök neki, hogy megvetted a jegyedet, mert szerintem túlnyomó részetek, vagy mindannyiatoknak, akik itt vannak, már vannak jegyei. Tudom, hogy a szoba tele van, a helység tele van, nincs több hely.
De lehet, hogy a jevennek a kezét tudjátok csavargatni, hogy ha esetleg nincs még jegyetek, akkor csavargassátok a jeven kezét, hogy hagyj jussatok be ti is, mert ott akartok lenni. Я очень рад и слышу, что зал полный у вас. Но подойдите до Евгена и выжимайте из него, может быть, Евген еще там каких-то заначек, то есть заночки, какие-то места еще выкроит вас, если даже стоя, и то присутствуете, потому что вот действительно этот раз, вот эта встреча, это уже действительно будет старт одного огромного такого дела о том, что вы ожидали. De van egy érzésem, hogy a Bill Starkey valamilyen meglepetést akar nekünk. Nem tudom, hogy lesz-e, az sem, nem akarok. Csak van egy érzésem, hogy szeretne valamit tényleg megmutatni nektek, mindannyiótoknak, mert nagyon tiszteli az ukrán és az orosz csoportot. Nagyon-nagyon sokat tettek az Ivovi üzleti lehetőség erősödése érdekében. Szerintem szeretne valamit, hogy meglátjuk, hogy mi lesz, de lényeg az, hogy hoz magával egy nagyon profi маркетист, который немрегибен чатлакозот от цехаз, Пол Пажей. Я знаю, что, ну, то есть у меня такое чувство, естественно, Билл хочет сюрприз какого-то показать вам, привести, но у меня есть чувство, что он что-то в этот раз вам покажет такого необычного, который вы ожидаете, и кроме этого, что покажет сюрприз, еще привезет с собой такого человека, который тоже не маленький калибр в этом бизнесе, в этом деле, Пон Паджен, к сожалению, не бабку дам тебе тюрьмы. Игорь, а то, что шайнош, а то, бисто, мам, тудяток ты еще, я Бак Стефенс, аз а корхаз, бо ван, элёре лято толаг, не ньон лез ки, хоть меннире, не виш тудом, де, амикет халлоттам róла, азок нем элег, это, нем бátorитоак, аз ő кондициója нем jó áll. Вы должны молить Бога, что выздоровился, но у него состояние очень тяжелое, я вам скажу. У него сахарный диабет высокой стадии, и он попал в такую ситуацию, что он лежит в кровати, то есть практически непередвижной, и мы просто должны, чтобы у него все в порядке было. К сожалению, он не может приехать только из-за этого, потому что он сильно заболел. Hát reméljük, hogy a Bak jobban lesz. Ha esetleg úgy alakul, hogy nem tud a soraink közé visszajönni, a stratégiai lépései azok megvannak, ugyanis az Andámó Tolszonnak lesz a feladata, hogy mindezeket megvalósítsa és segítsen nekünk átvenni ezeket a stratégiai üzleti lehetőségnek a növelési formát, megközelítést. Szerintem a врачи нехорошие сведения сказали. Но все-таки те тезисы, те учебы, научные, скажем так, разработки, которые он делает и сделал, он уже в руках у нас Андаму Толсон, его в руках, так что если он даже сильно болеть будет, он эти тезисы, то есть через свои люди будут, то есть через своих людей будет передавать. Еще за наших семьи уй. A Pazsét említettem, hát ő is egy nagy profi, 20 éves network marketinges múlttal és national speaker múlttal, tréner, coach múlttal rendelkezik. Ugye nagyon sokat fog tőle is tanulni, ő is meg fogja velünk osztani az ő stratégiáját, az ő üzleti építési módját, stílusát. Paul Pazsét, тоже он является тренером, coach. Несколько лет уже, за 20 лет, то есть 20 плюс лет занимается обучением с коучингом, так что от него мы тоже очень много чего будем учиться, и будет хорошо, он приедет до нас, то есть вы с ним познакомитесь, и услышите то, что он вам тоже будет передавать, учебу. Астуда мондали нектек, хоть легетек он тенки, аки чак тут, аки яви рендезвенен, ugyanis érezni fogjátok egy teljes egészében új kezdetnek, hisz a Mávi nem csak a rendezvény, hanem a harmadik év kezdi, ami egy nagyon-nagyon fontos év, fontos kezdés a bármilyen network marketinges cégeknél, hogyha esetleg ismeritek már ezt a fajta görbét, hát most itt vagyunk a Mávinál, ugye, eljutottunk erre a pontra,
Erről a pontról egy egész komoly emelkedésre számítunk, ami meg fog történni. Most értünk el. Вот это мероприятие, ряд мероприятий, которые начинаются в Европе, это как в Уваве не только мероприятие встречи, а мероприятие о том, что в Уваве вошел третий свой рабочий год. И Атила просто показал тут схему. Вот мы шли, вот мы находимся в этой точке на сегодняшний год. То есть уже тут есть кое-какой подъем. Но вот как раз то, что у нас сейчас выходит, и то, что у нас сейчас нет, вот этот как раз будет давать вот этот подъем. И вот этот как раз у нас граница второго года, то есть конец второго года, начало третьего года. И вот как раз вот эту схему мы будем уже в ближайшее время видеть. То есть мы будем по схеме этого работать. Очень хорошее чувство. Я вам скажу так, что очень хорошее чувство находиться здесь, потому что все-таки мы с вами начали вот это все, сделали, и очень хорошее чувство находиться именно в том моменте, когда все это вот так начнет трогаться и подниматься. Вот Вадим. Мы находимся там. То есть мы находимся там, где нам надо, вы поверьте. Учхой, каздюкел. Személyesen én is ott leszek Kievben, Lass jön, Jeven, minden vezető, akik komolyan veszik ezt az üzletet, mindannyian ott fognak lenni. Значит, я с вами буду там же, в Киеве, мы с вами можем поздороваться в Киеве, потому что я прилечу до вас, я сам лично тоже прилечу, мы вместе летим. Так что мы увидимся 17 числа в Киеве, живем с вами. Úgyhogy szeretettel várunk, szeretnék minél többetekkel találkozni, kezet fogni, egymásra nézni. Amiket szoktunk, ezek a hagyományos ugye, találkozási pillanatok, nagyon jó érzés, nekem iszonyatos sok energiát adtok, föltöltődök mindig, amikor a ti csoportotokkal találkozom. Я когда приезжаю до вас, именно в вашу группу, я всегда заряжаюсь очень позитивными энергиями, и меня вот эта позитивная энергия очень долго катает, то есть поднимает по вершине. Я очень люблю к вам приезжать, поздороваться с вами, за руки поздороваться и переговорить, выразить, то есть, если вам надо помощь оказать. Úgyhogy kívánok még egyszer itt végére a kellemes húsvét ünnepeknek a zárását, sikeres bőségre való gondolkodást, és hamarosan találkozzunk, hát majdnem jövő hét után. Jövő hét után. Практически осталось немного, и мы уже с вами встречаемся. Вот так что до встречи с вами, друзья.